Сегодня я хочу поговорить о некоторых ключах, которые могут дать нам успех в семейной жизни. Брак и семья – это очень большая, емкая тема, и об этом можно говорить бесконечно. Но в нашей церкви регулярно происходит венчание, регулярно происходят свадьбы. Господь дает нам определенное послание каждой семье. И вот сегодня хочется поговорить о двух, на мой взгляд, очень важных факторах, которые помогут, на мой взгляд, успешности семейной жизни. Это верность и смирение. Верность – это то качество, которое Господь приветствует на протяжении всей Библии. И уже в первом послании к Коринфянам, 4 главе, в 1 стихе, написано, что мы – домостроители Божьи. Но от домостроителей требуется, чтобы каждый оказался верным. Нету более серьезного домостроения, как семья и брак. И я говорю не о физическом доме, а я говорю о доме духовном, потому что семейные отношения, они требуют очень много кропотливого времени, строительства взаимоотношений. И получается, что от нас требуется, чтобы каждый оказался верным. Если мы обратимся к словарю Ожегова, то словарь Ожегова определяет верность как моральные этические понятия, как стойкость и неизменность в чувствах, отношениях, в исполнении своих обязанностей и долга. И нарушением верности является измена. Но мне кажется, что нам очень важно смотреть на верность не только в узком понятии, как супружеской верности или измене, что говорится о конкретной области, но также верность, она предполагает неизменность чувств. Да, если мы охладеваем в браке, если мы теряем первую любовь, если мы теряем свежесть, то это тоже все относится к потере верности. Потому что верность – это преданность кому-либо или чему-либо, это неизменность в своих обещаниях, словах, отношениях, в исполнении своих обязанностей. Верность основана на ответственности, стойкости, честности, смелости и жертвенности. Качества, которые идут в одну ногу с верностью, это посвященность, неизменность, твердость и непоколебимость. Противоположности понятия верности являются такие слова, как вероломство, предательство, неверность, измена и коварство. В древнегреческом языке есть два слова, обозначающих понятие верности. Первое определяет как надежность, твердость, постоянство, непреложность, а второе – как истинность, надежность и быть верующим и питать уверенность. Да? Быть верным – это сохранять уверенность в своем партнере, в своем супруге. И еще, когда мы сейчас говорили о верности, мы говорили о неизменности своим обещаниям. В венчании, в таинстве венчания, в христианском завете, когда в церкви происходит свадьба, то, что мы называем венчанием, это не некий ритуал, а это прежде всего обещание друг другу. Мы не клянемся друг другу в верности, но мы обещаем друг другу быть как раз верным до конца в любых обстоятельствах. И сегодня в качестве примера, иллюстрации я бы хотел обратиться к тем словам обещания, которые принято вот в нашей церкви и во многих евангельских церквях говорить друг другу. Супруги, вступающие в завет с Господом, в книге Екклесиаст написано: «Нитка втрое скрученная не скоро порвется», и мы говорим о том, что нитка втрое скрученная – это муж, жена и Бог Христос между ними. И вот такая вот нитка, скрученная втрое, она не скоро порвется. И прежде всего мы даем это обещание друг другу перед лицом Господа и церкви, да, тех людей, которые присутствуют на церемонии венчания. И я бы хотел в качестве иллюстрации как раз обратиться к словам, которые говорят молодожены, которые говорят будущие супруги во время венчания, да, муж и жена, они говорят, что я, допустим, муж говорит: я беру тебя в жены, соединяя с тобой свою жизнь. И дальше он говорит: я обещаю быть рядом с тобой
И перечисляются различные обстоятельства. Как раз верность – это то качество, которое всегда будет очень серьезно при любых обстоятельствах испытано. Испытано разными ситуациями. И мне кажется, что очень важно многим супругам, вступившим уже в брак, я всегда настоятельно рекомендую пересматривать запись этой церемонии венчания, когда они, наполненные первой любовью, свежими чувствами, говорят друг другу, что я готов быть с тобой, обещаю быть с тобой и в радости, и в печали. Вы знаете, жизнь, реальная жизнь, она не состоит только из праздников. Праздники, они не были бы для нас праздниками, если бы не было будней. И если бы у нас не было печальных дней, дней сетования, дней испытаний, то и не было бы радости. Но за печальными днями наступает совершенная радость. И очень здорово и очень легко, наверное, быть человеком в радости, но настоящее испытание отношений, особенно семейных отношений, оно проявляется в печали. Итак, настоящая верность, она часто испытывается в сложных, в печальных обстоятельствах. Очень важно подчеркнуть, что одно из главных качеств Бога – это верность. И во втором послании Тимофея, во второй главе, в 13 стихе, говорится, если мы не верны, Он пребывает верен, ибо себя отречься не может. Верность Божья не зависит от нашей верности или неверности. Очень часто проблема семейных отношений заключается в том, что мы проецируем поведение нашего супруга, супруги на нас и отталкиваемся от его поведения. Но Господь, Он не верен в соответствии с нашей верностью, а Он верен и продолжает быть верным нам, даже если мы не верны. И я хочу вернуться к словам обещания, когда мы даем обещание друг другу во время церемонии венчания, когда мы говорим, что мы будем верны и во времена не только радости и печали, но и во времена трудности и благодати, в богатстве и бедности, в болезни и в здравии. То есть настоящая верность, она будет испытана. Это то качество, которому мы учимся на протяжении всей нашей жизни. Очень важно понимать, что без взаимоотношений с Господом, без личных отношений с Богом мы верности не научимся. В Филиппийцах написано, что мы должны иметь те же чувствования, что и во Христе Иисусе, то есть тот же самый характер. Наш процесс изменения, нашей внутренней реформации в целом зависит от взаимоотношений с Богом. Вот почему Писание говорит, что нитка втрое скрученная не скоро порвется. Если в нашей семье все строится только на взаимоотношениях мужа и жены, то и Христос не является центром наших взаимоотношений, то рано или поздно такой брак, он даст определенную слабину и могут начаться определенные проблемы. Потому что без этой третьей нитки или первой нитки, да, центральной нити Господа, мы не сможем научиться многим вещам. Наш Бог верный. И по-настоящему верными мы можем стать только благодаря Ему. В книге Откровений во второй главе, в 10 стихе написано «Будь верен до смерти, и дам тебе конец жизни». Верность до смерти. Вот почему в наших словах обещания, обетования друг другу мы говорим, что «обещаю жить с тобой», по Слову Божьему, до тех пор, пока смерть не разлучит нас. Антоним слову верности является неверность. Неверность – это та раковая опухоль, которая сегодня поражает все взаимоотношения в нашем мире. Мы видим, что сегодня очень много разводов. Мы видим, что сегодня семьи разрушаются. Разрушаются команды, творческие команды, различные предприятия, разрушаются христианские команды. Очень много проблем во взаимоотношениях между верующими и между служителями именно по причине
отсутствие верности. Верность – это такой надежный ключ. Верность – это очень хороший скрепляющий материал, который поможет взаимоотношениям остаться крепкими и надежными на долгое-долгое время. Отсутствие верности или неверность, она разрушает взаимоотношения. Взаимоотношения теряются и происходит крушение. Происходят разлады, происходят разводы, происходят расставание. Когда мы говорим о верности, тоже очень важно определить две области. Верность прежде всего Богу и верность людям, которые окружают нас, верность ближним. Без того, чтобы научиться быть верным Богу, мы не сможем научиться быть верным людям, потому что стабильность, надежность, в Писании написано «верен в малом, над большим поставлю» – это тот основной принцип, через который действует Господь. Бог испытывает нашу верность в мелочах. Когда мы не научились быть верными нашим обещаниям, верным нашим словам, когда мы смотрим характеристику служителей, диаконов, пресвитеров в Библии, слово «верность», оно всегда идет как одним из основных важных условий наличия качеств характера человека. И это касается и, допустим, диаконов, это касается, допустим, и их жен. В первом послании Тимофея, в 3 главе, говорится о том, что диаконы должны быть честны, недвоязычны, непристрастны к вину, хранящие таинство веры в чистой совести. Вот хранящие таинство веры – это значит, прежде всего, сохраняющие верность основополагающим принципам христианской веры. И дальше написано, что равно и жены их должны быть честны, не клеветницы, трезвы и верны во всем. Итак, верность – это очень важное качество служителя. Верность – это очень важное качество христианина как составляющей, потому что Бог верен и верен в любых обстоятельствах, даже если мы не верны. Поэтому очень часто люди пытаются оправдать свою неверность неверностью другого человека. И я еще раз повторяю, что здесь единственным эталоном или примером всего, что происходит в нашей жизни, может быть только Господь, который остается верным нам всегда. И, конечно, наша верность, она будет испытана посредством всевозможных вызовов, всевозможных ситуаций, когда люди будут относиться к нам не совсем справедливо, может быть, даже неправильно. Поэтому я и говорю, что верность это является очень серьезным скрепляющим материалом. Верные люди, они приобретают другого человека в семейной жизни. Первая область – это верность Богу. Вторая область – это верность человеку, верность друг другу. И здесь она проявляется прежде всего в семье. Потому что мы люди, мы имеем право ошибаться. Муж и жена имеют разный характер очень часто. И именно верность – это некое решение. Оно проявляется часто в решении принимать друг друга такими, как есть, оставаться стабильными, верными. И это все-таки, я еще раз повторяю, то качество, которому нам нужно учиться. Но Писание говорит, что если мы будем верными, то мы получим некий венец, то есть будет награда. Верность всегда будет вознаграждена, потому что, пройдя различные испытания, искушения, трудности, различные вызовы, различные опасности, крушения брака, оставшись верными друг другу, мы сохраняем мир и покой, и сохраняем надежный оплот наших отношений, когда наша семья, она становится все более твердой, все более надежные, когда взаимоотношения становятся такими, которые не способны разрушить ни одно обстоятельство. Поэтому верность – это некое важнейшее основание семьи и брака. Нам нужно учиться верными, верности у Бога, нам нужно учиться быть верными Господу и друг другу. И когда мы будем верны в малом, когда мы научимся быть верными в малом, то мы в нашей жизни будут появляться более серьезные вещи, через которые Бог будет нас очень сильно благословлять. И второй ключ к успешным взаимоотношениям – это смирение.
Смирение – это христианская добродетель. Очень часто в своих проповедях я говорю об этом, я уже говорил об этом ранее. Это та христианская добродетель, которая помогает нам сохранить мир и покой. Но до этого я говорил о личной жизни, а сейчас я это хочу сказать в рамках семейной жизни. Смирение и кротость помогают сохранить мир и гармонию в собственной душе. В семейной жизни проявление смирения и кротости помогут нам сохранить мир и гармонию в семейных отношениях. В нашем доме не будет склок, ссор, ругани и какого-то постоянного напряжения, когда супруги научатся смиряться. Смиряться друг перед другом. Конечно, смирение друг перед другом возможно только тогда, когда мы научимся смиряться перед Богом, принимать обстоятельства. И я думаю, что смирение, прежде всего, оно проявляется в нескольких вещах, именно во взаимоотношениях в семье. Прежде всего, это способность принять друг друга такими, какие мы есть. Потому что мне приходится как пастору давать очень много консультаций семейных. Мы с женой, наш брак уже более 22 лет. И, конечно, мы сами переживали это в начале нашей семейной жизни. Сегодня мы видим, особенно в жизни молодых семей, когда первая проблема номер один, когда люди пытаются в семье переделать друг друга. И вообще я думаю, что какой-то такой серьезный мир в семейных отношениях, он наступает именно тогда, когда как раз люди отказываются от этой идеи переделать друг друга, когда они соглашаются с тем, когда они понимают, что на самом деле это невозможно, это не получится, и мы не призваны переделывать друг друга, но мы призваны доверить друг друга Богу, потому что только Господь может изменить наши сердца. И вот смирение, оно как раз проявится в том, что я принимаю свою жену, я принимаю свою супругу такой, как она есть. И в равной степени, как жена принимает своего мужа таким, как он есть. И не смирение, когда мы не хотим принять какие-то качества, когда мы пытаемся всеми силами воздействовать, но все мы личности, все мы имеем волю. И отсюда происходит очень много ссор, нарушений гармонии в семье и так далее. Второй момент смирения – это научиться видеть нужды. Мы знаем, что большинство конфликтов, они происходят из-за того, что одна сторона не слышит другую сторону. Да? Мы призваны не себе угождать, а служить друг другу. Мы призваны служить нуждам другого человека. И мы должны понимать, что смирение заключается в том, чтобы услышать, когда это проявляется в ежедневных бытовых вещах, когда нам, допустим, как мужьям, нужно просто знать потребности своей жены, нам нужно услышать ее потребности. И, знаете, оставим высшие материи и просто обратимся к самым, наверное, простым вещам, когда просто нужно помочь в доме, по хозяйству, когда просто нужно элементарно вынести мусор, когда нужно просто согласиться, и, может быть, каждый из нас, и это, опять же, очень происходит в молодых семьях, когда мы научились самостоятельно планировать свое время, мы научились самостоятельно распоряжаться своим повседневной жизнью, а здесь приходится считаться с планами другого человека, согласовывать, советоваться, общаться, приходить к общему знаменателю. Без такой добродетели, как смирение, мы никогда не сможем договориться. Очень часто люди не могут договориться, потому что не научились смиряться. Смирение – это путь к миру, это путь к покою. И развивая эту мысль, я могу с уверенностью сказать, что смирение принесет настоящее, подлинное супружеское счастье. Потому что, научаясь смиряться, мы позволяем миру, покою, радости и настоящему счастью царствовать в нашем доме и в нашей семье. Очень часто проблемы депрессий, затяжных супружеских конфликтов как раз
заключается в отсутствии всякого смирения друг перед другом. Поэтому я повторяю, что для меня смирение, они заключаются в двух вещах. Принять свою вторую половинку таким, какой он есть, такой, как она есть. И второе – это научиться видеть нужды человека, с которым мы живем, научиться служить. Служить – это тоже качество смиренного человека. Только смиренный человек будет служить, а не ждать, когда будет ему служить. И Иисус говорил, что мы должны стать слугами друг другу. Он показал потрясающий пример в Иоанна, в 13 главе, где он омыл ноги ученикам. И он сказал, что я учитель, вы меня называете учителем и правильно делаете. И по сути я человек, который мог быть над вами. Я не побоялся снизойти со своего собственного престола и омыть ноги вам, ученикам, служа вам. Смиренный человек – это человек, по сути, смирение, оно будет проявляться, образно говоря, в омовении ног друг другу. Сегодня я рассматриваю понимание омывать ноги преимущественно в том, чтобы служить нужным. Поэтому смирение, оно очень серьезно связано со служением. Мы призваны удовлетворять нужды, а не ждать, когда будут удовлетворены наши нужды. Если это будет со стороны обоих супругов, то как раз это приведет к очень серьезной гармонии. Итак, два важных качества, два важных ключа к успешному браку – это верность в любых обстоятельствах и трудностях, несмотря на обстоятельства. И мы никогда не можем оправдать нашу неверность обстоятельствами, злыми днями или неверностью другого человека, потому что Бог остается верным нам, несмотря на обстоятельства. И второе – это смирение, как принятие своего супруга, своей супруги, таким человеком, какой он есть, как Бог принимает нас без всякого ропота, любит нас, верит нас. В первом послании к Коринфянам, 13 главе, говорится, что любовь всего верит, всему надеется, и любовь никогда не перестает. Она идет в одной струе с верностью. Настоящая верность, она никогда не перестает, и смирение как раз поможет нам быть верными человеку, потому что мы принимаем этого человека таким, как он есть. И второе – это служить, видеть нужды, заботиться, проявлять свою любовь. Это есть подлинное проявление настоящего смирения. Если мы будем смотреть на наши семейные отношения под таким взглядом, под таким углом, то семейный брак будет очень, семья будет очень прочной, и она будет долгой, и тогда мы сможем действительно на словах воплотить те слова обещания, которые мы говорим во время церемонии венчания, что я буду верным тебе до конца, пока смерть не разлучит нас. Поэтому всем сердцем желаю вам, дорогие друзья, иметь верное сердце, иметь верность в своем характере, учиться верности у Господа. И также всем сердцем желаю вам учиться подлинному смирению и кротости у Господа. Поэтому Господь говорит: «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, я успокою вас, научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем». Наш Господь верен, наш Господь кроток и наш Господь смирен. Учась у Него и принеся это в нашу семью, мы гарантируем то, что мы будем приносить успех и силу отношений нашей семьи. Будьте благословенны, будьте верны, будьте кротки и будьте смиренными. Аминь.